Всем привет! Ну а теперь рассмотрим, как создавать собственные приветствия при входе в Linux Mint. Для этого нужно установить одну программку. Называется она Audacity. Вот здесь заводите Audacity. Произносится она вообще смешно. Audacity. Audacious. Роли не играет. Вот. У меня она уже установлена, а вы у себя поставите установить. Когда установится, я вот ее вынес на верхнюю панельку пока. Вот посмотрите, самый первый вариант, допустим, вы купили компьютер, кому-то собираетесь подарить, и буквально там парочку хотите сделать приветствий, которые будут человеку приятны и останутся как память о вас. Говорите, например: «Я тебя очень люблю, помни всегда обо мне». Вот, допустим, такую штучку вы сделали. И теперь, значит, нужно будет немножечко подредактировать ее. Я бы даже сделал таким вот образом. Вот этот кусочек я бы вырезал. И вот этот кусочек я бы вырезал. Ну, теперь посмотрим, что получилось. Я тебя очень люблю. Помни всегда обо мне. Ну, это вот к примеру. Дальше, значит, что? Ну, я просто беру, даже не сохраняя как проект, а просто иду на экспорт. Смотрите, вот. OGG Vorbis. А здесь напишите, допустим, I love you. Сохраняйте как файлики Orbis. Проверяем. Я тебя очень люблю. Помни всегда обо мне. Это вот, значит, один вариант. Теперь посмотрим другой вариант. У вас есть какая-нибудь там хорошая мелодия, и вы хотите короткий отрезок из этой мелодии, например, отрезать и вставить. Вот смотрим сюда. Известная песня Высоцкого «Утренняя гимнастика». Смотрим. Вот я для себя уже примерно прикинул, где мне что нужно будет отрезать. Итак, значит, вот я где-то вот отсюда иду, все это дело я убираю. И где-то вот отсюда тоже все дело убираю. Посмотрим. Вот примерно таким вот образом, значит, можно делать короткие музыкальные такие нарезки. Теперь, значит, задача какая? Экспортировать. Вот смотрите всегда, чтобы был OGG Vorbis формат. И, значит, вот сохраняем.
тут я даже не буду сохранять ничего. Вот у нас есть две нарезки. Одна записанная через программу Audacity через микрофон, а другая, значит, коротенький отрезочек из песенки. Идем сюда. Звуковые эффекты. Значит, вы помните, что вот у нас тут логин.ru стоит. Теперь наша задача переместить эти файлики вот сюда. Что делаем? Открываем Crusader. Повторяю сразу, значит, Crusader открывается в режиме с доступа к корню. У кого этого значка вот здесь нет, идете в сервис. Запустить Crusader с правами root. Запускаете. Здесь, значит, что мы делаем? Здесь, значит, я иду дом, user. У нас файлики на рабочем столе стоят. Вот два этих файлика. Теперь дальше. Значит, мы уже помним. User, share, ищем буковку M. Mint Artwork Cinnamon. Звуки. И вот здесь я бы порекомендовал сделать вот такую хитрую штучку. Создать новую папочку и, допустим, назовем ее, я не знаю, ну, own, собственное. И вот в own собственное, значит, я вот эти вот два файлика просто-напросто беру и копирую. Значит, теперь вы помните, да? Смотрим свойства, разрешение. Ага, здесь можно читать и так далее. Ну хорошо, проверим. Звуковые эффекты. Ну, допустим, давайте гимнастику. Раз. И я тебя очень люблю. Помни всегда обо мне. То есть вот таким вот образом вы, значит, сможете всегда, значит, подключать любые звуковые файлы, которые будут звучать на входе. Естественно, значит, это уже дает вам, скажем так, индивидуальность. Почему? Потому что сколько людей, столько любимых там мелодий, там изречений и что угодно. Если вы делаете это дело как кому-то как подарок, то, значит, тоже можете записать коротенький отрезочек. Запомните только одно. Не увлекайтесь, чтобы не были файлы длинные. 5-10 секунд, не более того. Но зато теперь вы сами, значит, сможете из любой своей песенки отрезать кусочек, который вам нравится. Старайтесь соблюдать только, чтобы вот в этих 5-10 секунд все дело укладывалось. Подставить его, значит, как я показал, и будет вам счастье. Вот таким образом, значит, вы уже можете заниматься, скажем так, творчеством для себя и для своих знакомых. Ну, желаю вам всяческих успехов и удач. До скорых встреч!